страны Финляндии в Хельсинки. Класс. Остановочка трамвайная. Смотри, трамвай какой интересный. Завтра будем по Скандинавии в шортиках футболка. Да, это все с парома выезжают. Весь транспорт выезжает вот такие, да, отдельно. Да, слишком много пространства. Марина, давай, давай. Бегом. Ты не маши, ты беги. Ты просто не успеешь. Так они, может, потом урожай собирают? Да, смотри. Марины опять деревья от собак защищают. Идите далее. Кто? Клубника. Точно, клубнику. Собираем клубнику. Марина, а это как? Это как? Это слива кефира. Класс. Опять клубника? Ну клубника ж, реально клубника. Ого, парковка какая большая. Да, что-то строят. Такси, мерседесы. Интересно. О, какое здание. Супер. Вообще, конечно, удивляет простор, объем. Нету густой застройки. Легко дышится, свободно. И, ну хотя, да, застройки начинают появляться. Это самое просторное. Ух. Только идти далеко, конечно. Пешком до нашего автобуса. Где-то наш автобус сейчас парома в свою очередь ждет, чтобы выехать. И нас подберет, наверное, на этой станции. Он где-то здесь. Пока я его не вижу. Вот сколько мы прошли. Вон он наш. Где терминал? О, да ладно. Писающий инопланетянин. А куда он писает? Нормально. Так встречает нас. Нормально. Ого. Все. Раздеваемся. Жарко. О, для великов парковочки. Ну, асфальт, конечно, такой, скажем так, что-то с асфальтом не то происходит. Это все фуры выезжают с терминала в парома. Тут 30 километров в час. Скорость. Знак велосипедная. Дорожка, а люди сбоку. Все бегом, группа бегом идет, потому что каждая минута пребывания это минус время на экскурсию. Поэтому задержек смысла делать нет. Да, это фуры, которые вышли с парома. И медленно двигаются, вот их целый ряд. Туристы быстрым, бодрым шагом идут, чтобы не отстать от группы, от руководителя, гида. Это буксиры.
Это буксир. Он помогает, да, развернуть корабли, вывести, там, если они большие, там. В основном буксиры. Ну. О, полиция где-то едет. А ну, пропустите полицию. Да. Ну да, согласен. Шикарная гостиница, отель. Какой-то мост. Блин, уже жарко. Надо раздеваться. Ты устала? Кросс? Это видео? Да. Нет, только кросс начинается. Да? Да. Ну, уже а вчерашний четвертый этаж, да, все равно это уже? Теперь согласна, что теперь как бы... Неинтересно. Да. Ни о чем. Четыре этажа подняться. Да. Зато в таком центральном месте, историческом гостинице ночевали. Это блошиный рынок. Рядом с портом, с терминалом. Зеленый. Для туристов. Явно для туристов, да. Открытая площадочка. Олени. Нормально так бегут олени. Отлично. Да. Был оленем, стал человеком. Да, кстати, здесь велосипедные тоже дорожки. Надо быть аккуратно. А вот велосипедная дорожка. Вот по ней ходить вот здесь уже нежелательно. Потому что здесь едут велосипеды. И они считают, что мы нарушаем. И могут просто наехать. Пробуем финское мороженое в Хельсинки. Так как мы не знаем ни английского языка, ни финского, разговариваем мимикой, улыбаемся жестами. И я показываю то, чтобы мне девушка дала такое мороженое, какое ей нравится по вкусу, какое она любит. Она меня поняла, улыбнулась, и теперь вот мороженое мне готовит такое, как она любит. Разные вкусы, но можно совмещать только три вкуса. Мы поняли то, что она нас спросила, нет ли аллергии на что-то. Муж понял это все, перевел и показал, что у нас все в порядке. И с аппетитом, и с аллергией. Поэтому сейчас мне будет вот такое вкусное финское мороженое в Хельсинки. Вот мы находимся на такой чудесной площади. О, вот этого я и хотела. Это смородиного, я этого и хотела. Любишь? Смородинку люблю. Черника, черника. Черника, да. Или смородина, или черника. Ну, да. Смотри, это вид такой уже разбитый здесь. Да, да. Все, дякуем. Палочки нет? Цен. Спасибо. Палочки нет? Палочки нет. Вон. Да. Да, я маленького роста. Не увидела, что есть палочка. Дорогие друзья, все, что я смогла попробовать в Хельсинки, в Финляндии, это мороженое. Очень вкусное, нежное, но оно очень-очень быстро тает. Я потрясена тем, что я увидела количество туристов со всех стран. Сегодня почему-то массовый заезд
азиатских стран. Ой, сними вот девушка красная фоткает. Как интересно, люди все очень необычные, удивительные. Туристов огромное-огромное количество. Я очень рада и счастлива, что имела возможность путешествовать. Путешествие удивительное, тур называется. Внимание, стартуем. Прибалтика, Скандинавия. И вот мы добрались до скандинавских стран. Сегодня у нас Финляндия, Швеция. И я на такой центральной площади расскажу вам позже о местах, которые мы посетили. Кушаю финское мороженое из Хельсинки. Это мороженое ассорти с разными орешками. Очень-очень вкусно. Спасибо, что вы были со мной. Поддерживайте меня на моем канале. Мне показывают, сколько стоит это мороженое. Это мороженое стоит 5 евро 50 центов. Но это считается самая большая порция. Поэтому, дорогие друзья, смотрите мои видео. Плейлист путешествий вместе со мной. Пожалуйста, приглашаем вас в путешествие. Привет-привет! Привет-привет! Хай! Всем привет! Путешествуйте вместе со мной. Посмотрите на мир моими глазами. Я вам покажу удивительный мир. Там, где я смогу побывать, наверное, это мечта каждого человека. Я постараюсь ее для вас осуществить, своим посещением разных стран. Всем привет!